Инвестиционные возможности Беларуси, условия и перспективы экономического сотрудничества с европейским бизнесом презентовали сегодня в Вене. В австрийской столице состоялся Белорусско-Европейский инвестиционный форум. Участие в нем приняли около 150 представителей крупнейших европейских компаний, международных финансовых институтов, официальных структур. Беларусь стремится к созданию открытых и выгодных условий ведения бизнеса на своей территории. Сегодня страна – лидер по совершенствованию законодательства, что подтверждается исследованием Всемирного банка Doing Business 2016. Инвесторов привлекает выгодная экономико-географическое положение страны, развитая транспортно-логистическая и производственная система, членство Беларуси в интеграционных объединениях. Помимо этого, в стране существует целый ряд преференций для инвесторов. Например, специальные льготные условия хозяйствования при организации бизнеса в рамках 6 свободных экономических зон, парка высоких технологий и индустриального парка «Великий камень». Транспортная инфраструктура Беларуси представлена широкой сетью автомобильных, железных и воздушных дорог. Страну пересекают 2 трансевропейских транспортных коридора. Также Беларусь обладает высококвалифицированными кадрами. Более 90% населения имеют высшее, среднее или базовое образование. В ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном Гамбургским институтом мировой экономики, Беларусь в 2015 году поднялась на 30 позиций и заняла 85-ю строчку из 174 стран.